А, не, была одна красная, да. Ладно. А то вообще был бы ты не ты. Юна, ты плачешь много. Вторая полуфинальная встреча. Играет у нас Нордеа и Зарубежнефть. Зарубежнефть в белых майках, Нордеа в синих. Нордеа у нас была сразу отправлена в полуфинал, а вот Зарубежнефти пришлось пройти через четвертьфиналы. И там Зарубежнефть встречалась с Медлайфом. 4-0 одержала победу. Пока мы будем делать демонтаж, он входит, посмотрит, это пришли ли те. Если еще, может быть, он нам позвонит и скажет приходить в баню. Я уже в это время буду в такси сидеть. Что-то зарубежнее как-то хреново. Вернее, Нарде. Смотри, что зарубежные такие активные. На горяче. Блин, я тоже уже уеду, если он там. Договорюсь сейчас. Две минуты сыграно, пока есть ощущение, что несколько не проснулись команды. Но от Нордеа мы вообще привыкли видеть очень резкое начало. Но пока они выглядят так как-то пассивно, что ли. Мадьяров решился на дальний удар. И мне кажется, что вратарь все видел, контролировал, будь даже удар точнее, все равно удалось бы его отразить. Первый в матче опасный момент по прошествии трех с лишним минут. Вот это не расставил. Фол Нордеа. И сейчас может получиться опасный штрафной. Мадьяров как мяч то закрутил. Матчи пока Зарубежнефть заметно активнее. Регулярно создают моменты. Может быть,
не самые яркие голевые, но в сравнении с Нарде все равно есть безусловное преимущество. Не завершать надо было сейчас. За клуб команду болеет. Я говорю, за пассажир. Правда, тут ее нет. Давай, давай, давай! Еще один отличный перехват, но уже до верного, казалось, разыграли. Да, зарубежные. Давайте потом. Когда был гол. Сидим, 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 Фил. Папа идет. Мадьяров показывает, что некому давать. Вратарь мяч забрал в руки. Меньше 2 минут уже до перерыва. Очень не хватает забитого мяча. Но зреет ощущение гола. Тут есть полное впечатление, что он вот-вот должен случиться. Мадьяров. Головой. Неточный удар головой. На последней минуте первого тайма. Поскин да невероятным образом прошел. Здесь игровое столкновение в защите. Филатов здорово отработал. Давай, 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 давай.
что ж, нас ждет увлекательный второй тайм, а пока отдыхаем. Что там пишут в группу? Юр. Ты на последний матч тогда пойдешь с Вовой и уберете вверх. Yeah. Второй решающий тайм второго полуфинала Серебряного кубка конференции А. И у нас все так же встречаются Зарубежнефть и Нордео. Пока никто не может забить. Первый тайм был достаточно активный. Не стесняясь, команды шли вперед. И были моменты, в первую очередь, у Зарубежнефти для того, чтобы забить. Но все время чего-то не хватало. На, пока заполни один. Давай. Держи. Осторожно. Такая затейница. Дальше отходим, пожалуйста. Хорошо, это тебе пригодится в жизни. Макс, погоди, погоди, Макс! Расихин. Его мы в игре видим не часто. Просто до него мяч не так часто доходит, как хотелось бы. И нам и Расихину. Играет с небольшим повреждением, но продолжает мужественно защищать цвета родной команды. Стремительная контратака Зарубежнефти. Снова не заканчивается взятием ворот. Нужен один гол. Вполне он может решить судьбу матча. Не, Кирилл говорит, что я не пойду играть. А что ты пойдешь? А? Что, подсчитывал? Мяч остался у Зарубежнефти. У меня же есть последняя яблочко. Активно пытаются задействовать фланги нефтяники. И уже Филатову, нет, не Филатову, другому футболисту приходится выбивать мяч с линии ворот. Страховал игрок голкипера. Пошире. Пошире. Двигается, двигается, двигается. Один еще. Хочешь то яблочко? Не, спасибо. Не, это пока не финал. Финал потом будет, после этого. Да. И тут решается, будет твой папа играть. Мадьяров снова бьет издали и попадает, несмотря на сопротивление вратаря. Все-таки уж слишком удар был сильным, чтобы можно было его отразить. 1-0 из Зарубежнефть выходит таки вперед. Молодец.
твой папа сидит. Ладно, не сглазит только. Ошивочников. Быстрый ответ от Нордеа. Забили они. Ну вот, нужен был всего лишь один гол, чтобы проснуться. Один-один. Так долго мы мучили свой гол нефтяники и так быстро пропустили ответный. Нашивочников решил продемонстрировать навыки дриблинга, которых мало кто ждал. Три с половиной минуты решат, кто сильнее и достойнее финала. Если не решат, то будем смотреть еще одну серию пенальти. Внимательно, ребят, внимательно, давай. Яш, пойдем подышать. Что, там сало-то было с углового? Тайм-аут берет она команда. Команды. Уведи игрока, освободи эту зону, что-нибудь один туда. Если с тобой игрок не пойдет, ты один оставишься. Он взял тайм-аут. Я сейчас стою, вот сейчас там потеет. Музыки поднабалдаешь, чтобы погромче, чтоб пока немножко подвижухили. Чисто я же говорю, батя. Да. Все, разобрали, разобрали. Дома очень внимательно. Сейчас, одну секунду. Подожди, мне пока некогда. Так, вернулись команды после тайм-аута. Нужно было Дарде отдохнуть. Совещаться насчет того, как лучше встречу продолжать. И теперь они уже готовы к тому, чтобы оставшиеся 2,5 минуты доиграть. Это защитное стекло. Ну, во время тайм-аута Мадьяров подсказывал товарищам в команде, чтобы побольше двигались, меньше стояли на своих позициях, менялись позициями. Ну, в общем, играли в футбол и поактивнее бегали. Действительно, движений за рубеж нефти не хватает. Я почти не смотрел эту игру. Окей. Делаешь? Да, я потом. Спасибо. Давай потом, правда. Я положу за матч, но пока что некогда. Давай потом поговорим. Ну да. Нет, пойду убираюсь. Андрей поможет. Да, да. Я с ним и буду. И мяч залетает в сетку после не самого сильного удара и не самых правильных действий вратаря. 2-1, и Нордеа выходит вперед. Ну, видимо, нас ждет, если счет не изменится, суперфинал, где сразятся инлайн-групп и Нордеа. И
зачем? Филанов оставляет мяч. Дорт снова сильно. Угловой. 29 секунд. Решающий для Зарубежнефти. Ты тоже двигайся, блядь. Движение. Вынос мяча уже работает на Орде. Зачем догонять? Ну уже закидывать ворота надо. Сейчас нужно было, чтобы кто-то закрыл вратарю весь обзор. Ну, не получается это сделать. И сейчас прозвучит финальный свисток. Сразу после ввода мяча в игру. И мы сможем констатировать, что вторым финалистом становится Нордеа.